Итак, друзья, у нас сегодня новоселье. Наши замечательные классные девочки. Я пришел, как говорится. Покажем, где мы живем, как мы живем. Здесь, собственно, кладезь Аниной обуви. Не знаю, почему у нас именно так, но пускай будет так. Ладно, пойдем покажем. Здесь у нас санузел. Ага, здесь у нас ванная комната, умывальник. Ванная шикарная, обширная, тепленькая, аккуратненько. Здесь у нас туалет. Кстати, мне очень нравится, что туалет черного цвета. Это очень приятно, потому что черный цвет мой любимый. Давай дальше. Коридорчик. Заходи в комнату, кстати. Так, или давай. Ой, здесь у нас Алина комната, она здесь закрывается, и когда ей скучно, она здесь постоянно проводит время. Дальше. Ну, здесь у нас это неинтересно, это еще одна. Здесь у нас спальня. Так, и наша гостиная. Здесь мы ужинаем, здесь мы смотрим телевизор. И здесь иногда бывает теща, которая готовит нам прекрасную еду. Балкон не вот будем. Балкончик там, Аня заставила все сумками. Ну. Вот так, друзья, и живем. Ну, а сейчас мы ждем гостей, родственников, семью. Так, забыли заснять нашу комнату. Вот она такая интересная, с подсветочкой разноцветной. Так, кто выставил видео, где я облизываю руку? Я спал.